На радость советским детям к проходившей в Москве Олимпиаде 80 совковая пищевая промышленность научилась таки выпускать жевательную резинку. Выбор был очень скуден, только пластинки, всего три вкуса, апельсиновая, мятная и кофейная, и вроде еще клубничная, но лично я такую ни разу не жевал. И конечно же никаких вкладышей. И тут я в магазине случайно ее увидел. Корейского производства. Мятная, клубничная, кофейная тоже была, просто не стал покупать. Желтоватая на вид, очень жесткая на зуб, а вкус теряет уже через несколько секунд жевания. Ведь именно такая была советская жвачка, которую видимо делали из отходов покрышек для БТРов. Жесткая и быстро теряла вкус. Так что если вы испытываете ностальгию по советским продуктам, не проходите мимо.